со своим сыном Альберт Дюрер. И его сын Альбрехт Дюрер. Друзья, нашли мы все-таки этот дом, где он жил. Его считают немецким Леонардо да Винчи. Вот он жил сам, потом его сын. Сейчас это вот отреставрировали, видимо, здесь жилой дом. И находится он прям в нескольких метрах от крепости. Вот крепость там. Здесь жил он, значит, 1475 года до 1509. Угу. В то время, наверное, динозавры здесь. Кому интересно узнать, какие шедевры он создавал, зайдите в интернет. Google вам в помощь. Вот улица Бургштрассе. Ну, неудивительно, что здесь крепость, да? Крепость это Бург. А вот здесь там кто жил? Смотри. Тоже кто-то жил. Дюрер был не только живописец, но и гравер, и график. Его знаменитую гравюру «Молодой заяц» решили немцы увековечить и установили в Нюрнберге огромную чугунную скульптуру зайца Дюрера. Йохан Нойдорфер. Писатель. Кто что-то знает о нем, пишите в комментариях. Тоже вот от крепости недалеко, а вот вид крепости. Итак, резюмирую. Мы с вами увидели, где проживал немецкий Леонардо да Винчи, Альберт Дюрер и писатель Йохан Нойдорфер.